А вообще так собрали человек, наверное, 30 после высшего училища, переучили быстренько на А2 и отправили понимать родное сельское хозяйство. Вот песня эта вот про Украину, она, скажем так, коллективная, плод коллективного творчества. Это не я один придумал. Вот, потому что все, скажем так, протестовали. На А2 учились в средних училищах 2 года 9 месяцев. У нас в высшем училище на Як-40 учились 4 года 2 месяца, то есть гораздо дольше, а потом еще надо было переучиться на А2. Но тем не менее, многие попали туда и отлетали, потом переучились. И вот так, ну и к тому же песня, как и называется, про Украину, она такая с этим, с досадой, что ли, написана. Потому что никому же не хотелось. Не нужны мне ни Париж, ни Аргентина, мне Италия с Нью-Йорком не нужна. Я давно мечтал попасть на Украину, да все никак не получалось ни хрена. Я давно хотел попасть на Украину, да все никак не получалось ничего. Мы понюхать хлорофос мечтали с детства, над полями низко-низко полетать. И да здравствует родное министерство авиации гражданской, твою мать. И да здравствует родное министерство авиации гражданской, твою мать. Просто мудро, без хвальбы, без зазнайства, нас решили всех как Ляндию зазвать. Поднимать родное сельское хозяйство, нам ведь это как два пальца обсосать. Поднимать родное сельское хозяйство, нам ведь это как два пальца обсосать. А я всю жизнь прожил в сибирской глухомане, и фрукты свежие я видел лишь в кине. А в Одессе буду, сидя на диване, наблюдать, как абрикос цветет в огне. Я в Одессе буду, сидя на диване, наблюдать, как абрикос цветет в огне. Под Житомиром покушаю галушки, под Тернополем не счесть свиней и коров, а под Полтавой аппетитные хохлушки песни гарные спевают про любовь. А под Полтавой аппетитные хохлушки песни гарные спевают про каханья. Не страшны туберкулезы и ангины, все невзгоды и напасти трынь трава. Ждет меня моя родная Украина и желанный перспективный АН-2. Ждет меня моя родная Украина и желанный перспективный АН-2. Спасибо. Как это? Сейчас, если на английском это бы называлось downgrade, да? Потому что после А2 потом опять нужно было переучиться на Як-40. Или на А24. В смысле...